Ребятушки мои, привет вам еще раз. Не думал, что буду говорить снова про дружбу, про нас, про жизнь. Вот те ребята, так называемые друзья, которые ими считались, оказались тварями, оказались никчемными. Я их не буду говорить по именам. А вот такие ребята, которых знаю, с которыми общаюсь, и которые не числятся в лучших друзьях, а числятся в простых, хороших знакомых, я не побоюсь их имена назвать. Это один из них, может, кто знает его, кто не знает. Евгений Счастливчик Гилмор Чупраков. Вот этому парню добра, здоровья, любви и возвращения на большой ринг я пожелаю. Женя, привет, это Алексея Чернова. Всегда можешь на меня положиться. Чем могу, всегда помогу. И всем остальным, кто меня знает, кто меня поддерживает, привет и удачи. Спасибо.